Всем привет! Очередной сегодня день на Пхукете, очередной проект сегодня будем рассматривать. Сегодня будем говорить о Diamond Condo. Это проект, который находится в 800 метрах от моря, в районе Бангтао. Собственно, то место, где мы сейчас находимся, это и есть пляж Бангтао. Посмотрите, какой он широкий. Я не проверял информацию, если честно. Мне кажется, это самый широкий на Пхукете пляж. Очень красивый. Погнали! Добрались мы до проекта, он уже завершает свое строительство. Через 2 месяца, то есть в сентябре, он будет готов уже к заселению. Сейчас посмотрим, что из инфраструктуры на сегодняшний день готово. И самое главное, посмотрим, как здесь выглядят квартиры. Всего в Даймонде будет 6 корпусов. 2 из них – это пятиэтажные здания, это резиденции. То есть там квартиры продаются только под собственное проживание, они не будут сдаваться в аренду. Остальные 4 корпуса будут идти под сдачу. Здесь будет полный отельный сервис. За моей спиной находится ресторан, который, опять же, будет готов через месяц. Здесь у нас ресепшн, где будет работать персонал, куда можно обратиться по всем вопросам, связанным с заселением. Сейчас идет тестовый запуск бассейна, проверяют насосы и систему очистки. Вся инфраструктура вместе с тренажерными залами, саунами будет готова в начале сентября. Это пример самой маленькой квартиры с одной спальней в 33 квадратных метра. Первое, на что сразу я обращаю внимание, это раздвижная система. То есть двери здесь не забирают полезной площади, они спрятаны. Все, одно движение, у вас раздельная спальня. Диван здесь, кстати, идет сразу по стандарту раскладной. То есть 3 человека можно спокойно здесь поместить. Эта квартира будет больше интересна с точки зрения инвестиций. Я чуть позже расскажу, какие здесь программы есть по доходности. Ничего лишнего, все выполнено очень сдержанно. Мне нравится. На сегодняшний день цены на такие квартиры идут от 3,5 миллионов бат, но без мебели. Если хотите купить квартиру вот все, как видите в шоуруме, то есть с телевизорами, столами, со всей техникой и мебелью, плюс 380 тысяч. То есть 3,880 будет стоить такая квартира. Чем проект может быть интересен? Здесь есть несколько программ по доходности. Первая – это программа гарантированной аренды 7% годовых на 5 лет. Вторая – вы можете оплатить 60% от стоимости квартиры, а остальные 40% без процентов разбивается на 2 года. Также дополнительно будет еще присутствовать программа гарантированной доходности 7%, но не от 100% оплаты, а от суммы выплаты, то есть от 60%. И третья возможность, которая у вас есть в этом проекте, это после 100% оплаты отдать квартиру в так называемый rental pool. То есть существует ряд квартир, которые владельцы передают застройщику для сдачи в аренду, без каких-то гарантий. Распределение прибыли идет 80 на 20. 20% забирает застройщик за то, что занимается обслуживанием, заселением, выселением вашей квартиры. 80% делится между владельцами. На простом примере расскажу. Предположим, есть 50 квартир. Односпальные, двухспальные, разные по площади и планировкам. Все они сдаются в аренду. Без разницы, сдалась ваша квартира, сдалась соседняя, прибыль от всей сдачи делится между всеми жильцами в равных долях. Как показывает практика, доходность в таком случае составляет около 9% в год. И последняя опция, которая есть в этом проекте, я такого еще ни разу не встречал. При оплате 70% вы можете жить 30 дней в течение года в своей квартире, но в течение 5 лет вы за квартиру вообще не платите. В течение 5 лет застройщик будет пользоваться вашей квартирой, сдавать ее в аренду и гасить остальные 30%. То есть, по факту, если у вас нет 3,5 миллионов, но есть только 2,700, вы можете купить эту квартиру за 2,700, в течение 5 лет жить здесь по 30 дней в году и через 5 лет забрать чино, то есть документ на собственность, это ваша квартира.
Это пример ту-бедрума, здесь две спальни и два санузла, 66 квадратов. Это пример квартиры, как мы только что смотрели, односпальный. Просто покупаются две смежные квартиры и объединяются. Здесь по факту стояла стенка, стенку убрала, сделали один большой балкон. Ну, опять же, ничего лишнего, все очень круто, все клево. И цены на такие квартиры от 8,5 миллионов бат при полном мебельном пакете. Все условия по платежам, по программе гарантированной доходности и рассрочки абсолютно идентичны для всех квартир в Даймонде. Я такого еще ни разу не видел в кондоминиумах в Таиланде. Сделано как будто в гримерке. Подсветка идет. Здесь встроенные шкафы. Удобно очень сделано. Такое как будто телезвездой себя чувствуешь. Грим, мотор, все дела. Также у этого застройщика есть свой вилловый поселок, который они начали строить полгода назад, в январе. 10 минут езды от проекта, где мы только что были, то есть это тоже район Бангтао. Всего будет 15 домов, учитывая, что на сегодняшний день проект только запускается, цены идут стартовые. За двухэтажный дом с тремя спальнями цена будет 9 миллионов 600 тысяч бат. Это очень дешево для Пхукета. На сегодняшний день у нас все. Мы показали вам частичку района Бангтао, мы показали вам комплекс, вилловый поселок. Я считаю, что оба проекта этого застройщика отличные и заслуживают внимания. Хотя бы там и соображений цены, качества и системы рассрочки. На сегодняшний день у нас все. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте предлагать темы для обсуждения в комментариях. И до скорых встреч. Пока!